Так, для ног мы берем 15 грамм мастики, то есть это на каждую ножку. Мастика должна быть хорошая, плотная, чтобы она не деформировалась и очень хорошо стояла. Так, разминаем. Катаем такую бочонку. И вот так аккуратненько пальчиком прокатываем. Получается вот такая вот ножка. Длинные ножки не делаем. Делаем ножки достаточно коротенькие. И обязательно смотрим, чтобы они были одинаковые. Так, опять скатали такой бочоночек. И вот так пальчиком аккуратненько прокатываем. Наши ножки были одинаковые. Такие пухленькие делаем. Можно еще даже вот стыком вот так вот придать, чтобы совсем уж было видно сразу, что ножки у него пухленькие. Так, на тело берем 25 грамм мастики. Тело тоже не вытягиваем. Делаем его таким пухлистеньким, чтобы ножка наша не была худышкой. Делаем его попами. Так, совсем, видите, такой небольшой тельце у нас будет. Теперь голова. Для головы берем 80 грамм мастики. Сейчас мы примерим голову и начнем собирать потихонечку нашу фигурку, пока хочу. Так, скатали кружочек. Теперь визуально поделили его пополам, да? То есть вот так вот стерили и прокатали. Прокатали и теперь так вот аккуратненько выдавливаем серединку и делаем такие вот как бы щечки. Небольшие, если небольшие нам они не нужны, просто чтобы было видно, что вот они у нас присутствуют. Да? То есть вот так вот аккуратненько, не спеша. Я люблю, когда большая голова. Мне кажется, так фигурки становятся более такие нежные, такие прямые. Так вот аккуратненько здесь забрали место для наших глазок. И теперь берем мастику белого цвета и делаем ножку. Так, мастики где-то, я думаю, надо 1 грамм. То есть небольшой такой кусочек берем. И сейчас примерим по. И сделаем сразу ушки. То есть на каждое ушко нам нужно примерно по 2 грамма мастики. Если вы любите небольшие ушки, можете взять меньше. Делаем очень просто, легко. То есть либо это будет у нас 2 шарика, либо можно сделать это с одним. То есть берем, катаем такой большой шарик. Берем стык большой капли и разрезаем ушко.
Дальше. Теперь сделаем ему ручки. Мы на каждую ручку берем по 7 грамм мастики. Ручки у нас будут не пустые, как всегда. Мы что-то даем нашим фигуркам, потому что это все-таки невозможно игрушки, да, невозможно украшения. Для нашего тортика не надо прийти к нам с пустыми руками, поэтому каждый что-нибудь несет. Итак, делаем ручки. Ручки, как всегда, у нас одинаковые. Вот так вот сделали. Я хочу сделать ему шарфик. Для этого мы берем мастику красного цвета и белого цвета и делаем шарф. Знаете, еще я хочу эти мамочки для великана сделать. И как-то вот без великана мусики совсем не то пальто. Да, сразу другое. Такое дело. Так, все, теперь делаем подарок. Он у меня будет идти в гости с рождественским пирожком. Да? То есть такой пирог. Сделаем ему. Берем мастику темно-коричневого цвета. И катаем такой бочоночек. Сразу смотрим, то есть большой нам не надо, он должен быть такой небольшой, чтобы вошел в эту ячеечку. Потому что наша рука не приклеена, поэтому можем ее отодвинуть, и она будет придерживать наш пирожок. То есть пирожок катаем такой небольшой. Вы можете сделать не пирожок, может быть, можно сделать подарок, можно сделать елочонковушку. То есть, что вам нравится больше, то и делайте. Так, намазала чуть-чуть тут. И приложила наш пирожок. Все. Рукой его придавила. Видите, как заиграла фигурка? Просто благодаря тонированию. Ну вот, в принципе, все. Наш рождественский движок готов.